Поехали. Всем привет! Итак, давайте поговорим о том, что такое уровни безопасности в финансах. Все мы живем либо по формуле бедности, либо по формуле богатства. И чтобы совершить этот переход, нам необходимо, чтобы вы сделали определенный прорыв и вышли хотя бы на первый уровень финансовых целей. Итак, первый уровень финансовых целей – это финансовая безопасность. Как же она у нас вычисляется? Вам необходимо посчитать все расходы свои за месяц, прям полностью-полностью все посчитать, полученную сумму умножить на 6, и как раз это и будет та цифра, которая является вашей подушкой безопасности. Привет!